Всем привет! Наша страна огромна, и доскональное исследование ее территорий ведется до сих пор. То и дело, команда серьезных ученых натыкается на очередное место, где происходят необъяснимые с научной точки зрения вещи. Именно сюда, на свой страх и риск, отправляются экспедиции энтузиастов, многие из которых больше никто и никогда не видел. В одном из таких заговоренных мест пропала знаменитая группа Дятлова. Другие же люди обходят такие места стороной, даже местные жители. Чёртово кладбище. В Краснодарском крае на вершине горы расположена поляна со странными отверстиями в центре. Некоторые исследователи считают, что этот участок сформировался под воздействием Тунгусского метеорита. Легенды о поляне ходили еще с начала прошлого века. Но само место геологи открыли только в 1991 году. На сегодняшний день известно о 79 пропавших без вести в этом районе, а старожилы упорно отказываются вести экскурсии ближе, чем за километр до этой самой горы. Саблинские пещеры. Они находятся в Ленинградской области. В конце 1970-х годов саблинские пещеры стали прибежищем беглых арестантов со всех концов Советского Союза. Найти их там было просто нереально. Протяженность запутанного лабиринта оценивается геологами в десятки километров. Возвращались же оттуда считанные единицы, да и те в состоянии помрачнения рассудка, наперебой рассказывали небылицы о пожирающих людей стенах. Постепенно выяснилось, что подземные воды действительно серьезно изменили структуру почвы, превратив многие коридоры в настоящие зыбучие плавни. Выбраться из такой зоны обычному человеку просто нереально. Гора мертвецов. Она находится в Свердловской области. Именно эту гору штурмовала отважная группа Игоря Дятлова. История о смерти дятловцев до сих пор вселяет ужас в сердца людей. Члены экспедиции были найдены голыми и растерзанными на голом снегу, а все сведения о спасательных операциях оказывались засекречены на самом высоком уровне. Озеро Лабынкыр. Он находится в Йомаконском районе. По легенде, в озере Лабынкыр скрывается гигантский зверь, который с середины прошлого века принялся охотиться на людей. Слухи говорят о нескольких десятках пропавших людей в этой местности. Однако подтвердить или опровергнуть их нет никакой возможности. Место уж слишком глухое. Долина смерти. Находится на Камчатском полуострове. Неподалеку от знаменитой долины гейзеров лежит еще одна, гораздо более мрачная долина. Местные прозвали ее Долиной смерти. Свидетельство о пропаже людей и домашнего скота в этой местности подтверждено документально. Ученые считают, что виной тому месторождение подземного газа, выход которого часто случается неожиданно. Курган Синеуса находится в Волгоградской области. Говорят, что здесь раньше располагался посмертный курган самого Синеуса, брата самого Рюрика. Во времена СССР всяческая мистификация встречалась с властями в штыки, и на сакральном месте построили обычное картофехранилище. Однако все припасы здесь гнили необычайно быстро, а затем стали еще и пропадать люди. Уже при новом строе в 1997 году на поиски кургана была отправлена специальная геологическая экспедиция из 12 человек, которые пропали без вести. Молебский треугольник. Он находится в Пермском крае. Уфологи это место просто обожают, поскольку в пределах треугольника неоднократно обнаруживались следы приземления НЛО. Но и без космических чудес непонятного тут хватает. Недавно историки выяснили, что когда-то это место почиталось сакральными местными племенами манси, шаманы которого не брезговали человеческими жертвоприношениями.